суток. С вами я, Балдырган Аскамбаева, и сегодня я вам предлагаю выполнить вместе со мной офисную гимнастику. Все мы знаем, что сидячий образ жизни вызывает очень много нарушений в нашем теле. Регулярная офисная гимнастика на несколько минут в течение дня может быть полезнее, чем часовые тренировки 2-3 раза в неделю. Зарядка для офисных работников помогает переключать внимание, перегружаться в случае выполнения сложных задач. Во время несложной физической активности активизируется кровообращение, повышается мышечный тонус, вырабатываются эндорфины, которые позитивно влияют на настроение человека. Преимуществ офисной гимнастики для здоровья очень много. Вот лишь основные из них. Оптимизирует обмен веществ, снимает риск сердечно-сосудистых заболеваний, способствует расслаблению, снижению стресса и повышению уровня концентрации, благотворно влияет на состояние позвоночника, плечевого пояса, предупреждает возникновение остеохондроза, а также снимает сонливость и придает сил. Давайте начнем. Для удобства садимся на ваше кресло. Постарайтесь не проваливаться позвоночником назад и сядьте ближе к краю вашего стула. Садитесь удобно, разведите стопы на ширину 30-40 сантиметров друг от друга, подтяните живот и потяните вверх свой позвоночник. Со вдохом потянитесь вслед за руками вверх и взгляд направьте на руки. С выдохом плавно опускаем руки вниз и взгляд направьте вниз. Глубокий вдох. Это упражнение хорошо активизирует мышцы тела, приводит в тонус все ваше тело. Со вдохом вверх, взгляд на руки. Выдох, взгляд вниз, растягиваем заднюю поверхность шеи. И еще два раза вдох и выдох. И давайте добавим дыхание еще несколько раз. Вдох. И заканчиваем упражнение. Переходим к следующему упражнению. Сидим также ровно, вытяните позвоночник, плечи потяните вниз от ушей. Сделайте глубокий вдох, с выдохом голову поверните вправо. Вдох в центре, голова уходит влево. Добавляете дыхание, с выдохом вправо. И еще раз вдох и выдох влево. Чувствуем растяжение боковой поверхности шеи. Давайте добавим дыхание. Вдох в центре. И последний раз. Вдох, выдох. Вернулись в центр, потянитесь вслед за руками вверх, вдох. С выдохом плавно разведите руки по сторонам вниз и переходим к следующему упражнению. Продолжаем удерживать позвоночник ровным, плечи тянем вниз. Со вдохом потянитесь вслед за руками вверх. Переплетите пальцы рук в замок и замок направьте наружу. И отведите его чуть дальше головы назад. Сделайте глубокий вдох, а с выдохом потянитесь замком вправо, вытягивая боковую поверхность вашего тела. Вдох, вернулись, а выдох влево. Все движения плавные и дыхание глубокое и ровное. Выдох, выдох. И давайте добавим дыхание вместе со мной. Вдох. И в последний раз повернитесь. Еще раз потянитесь плавно влево. Вдох в центре и потянитесь вправо, хорошо-хорошо вытягивая левый бок.
Уведите замок далеко назад и с выдохом распустите по сторонам. Встряхните, пожалуйста, здесь плечами. И в следующем упражнении мы снова со вдохом вытягиваем руки вверх. И снова переплетаем пальцы рук в замок, и замок направьте наружу. И теперь мы замок уводим далеко-далеко назад, а с выдохом скругляем верхнюю часть спины и замок опускаем на уровень груди впереди себя. Вдох, далеко-далеко назад, пытайтесь не прогибаться в пояснице, удерживайте слегка втянутым ваш живот. И вдох. Дальше, назад за голову, уводим замок, раскрываем грудной отдел, плечи, выдох, перед грудью скруглили верхнюю часть спины. И давайте добавим дыхание, вдох. Это упражнение отлично растягивает мышцы плеч, шеи. И с выдохом распустите руки по сторонам и встряхните хорошо-хорошо плечами. И мы с вами переходим к следующему упражнению. И в следующем упражнении мы вытягиваем вверх правую руку. Уводим ее назад за спину и укладываем в центр между лопатками. Левая ладонь ложится на локоть правой руки. И мы с вами уходим в наклон влево. И несколько циклов дыхания мы дышим здесь, вновь растягивая боковую часть тела и растягивая мышцы плеч. Они очень хорошо здесь вовлекаются. И несколько циклов дыхания мы дышим здесь. Цикл дыхания – это вдох и выдох. Вытянитесь вслед за руками вверх. Правую опускаете вниз, а левая уходит назад за спину, ладонь укладывается в пространство между лопатками. Теперь правую руку вы укладываете, правую ладонь на левый локоть. Опустили вначале и вытягиваемся вправо. И несколько циклов дыхания задерживаемся в этом положении. Вот здесь вот растяжение подмышечной впадины ощущаем, боковой поверхности вашего тела. И давайте подключим спокойное и глубокое дыхание. Вытягиваемся вслед за руками вверх, вдох, хорошо потянитесь, и выдох, опускаем ладони вниз. В следующем упражнении мы с вами выполним скрутки. Скрутки выполняются обязательно на вытяжении. Со вдохом вытягивается обычно позвоночник, и на выдохе происходит мягкая скрутка в грудном отделе позвоночника. Давайте начнем. Уложите ладошку левую на правое колено, правая рука уходит назад и укладываем ее на спинку кресла. Делаем глубокий вдох, вытягиваемся вслед за макушкой вверх, а с выдохом в грудном отделе мы мягко скручиваемся вправо. Вдох, снова можно вытянуться и с выдохом слегка углубить скрутку. Скрутки выполняются для устранения зажима в грудном отделе позвоночника. И здесь мы дышим 3-4 цикла дыхания. Дыхание спокойное и глубокое. И после скрутки мы обязательно вытягиваем позвоночник, вытягиваемся вверх вслед за макушкой, опускаете правую ладонь на выдохе на левое колено, а левая рука уходит назад на спинку кресла. И обязательно со вдохом вытянитесь макушкой вверх, вытяните позвоночник, и на выдохе мы уходим в скрутку влево. Скрутки все выполняются на вытянутом позвоночнике. Глубокий вдох и выдох. В этом положении мы задерживаемся на 3-4 цикла дыхания. И после выполнения скрутки мы обязательно вытягиваемся вверх, вдох.
вдох, потянули бока и с выдохом распустили ладони по сторонам. И переходим к следующему упражнению. И для выполнения следующего упражнения разведите стопы чуть шире. Стопы не разводите в сторону. Стопы и колени смотрят строго вперед. Вытянитесь вверх вслед за руками и соедините локти в локтевой замок. И теперь, сгибаясь в тазобедренных суставах, мы уходим вниз в наклон. И локтевым замком мы тянемся в пол. И расслабляя здесь мышцы спины, мы дышим несколько циклов дыхания. Вдох и выдох, 5-6 циклов дыхания. Давайте подышим вместе. И с очередным вдохом поднимаемся вверх. Вместе с локтевым замком уводим его далеко-далеко назад. И с выдохом распускаем по сторонам. Встряхните плечами. Если у вас сидячая работа, то приучайте себя сменять длительные периоды сидения за компьютером короткими минутами активности. Минимум раз в час обязательно поднимайтесь со стула и подвигайтесь хотя бы в течение 2-3 минут. И на этом мы заканчиваем. До встречи, до свидания.